Когда моя гостья играет на скрипке, происходит нечто сверхъестественное. Музыка небес буквально исходит от ее скрипки, и люди мгновенно освобождаются от боли, болезней, склонности к суициду и депрессии. Существует ли другое измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны передавать нам послания с небес? Можем ли мы овладеть древними секретами сверхъестественного? Реально ли исцеление? Сидро провел 35 лет за изучением таинственного мира сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья — Ладонна Тейлор. Вызывает у меня зависть. Я хочу сказать, что, в принципе, евреи, знающие Бога и сталкивающиеся со сверхъестественным, вызывают у меня зависть. Знаете, в этом году Пасха и День Воскресения Христа совпали с разницей в два дня. Что касается меня, когда я вспоминаю о Пасхе, я думаю об абсолютно новом начинании. Я хочу, чтобы эта Пасха была вашим новым начинанием в том, чтобы войти в землю обетованную, которую Господь приготовил вам. Но ваша бабушка была той еще женщиной. Что такого сверхъестественного она делала? Я помню самое сверхъестественное, что делала моя бабушка, это воскрешала мертвых несколько раз на служении в их церкви. Вот так, она воскрешала мертвых несколько раз. Верно. Когда Ладонна была ребенком, 4 или 5 лет, бабушка брала ее на улицу и там начинала проповедовать. То есть ваше детство буквально было наполнено чудесами. Верно. Но вам явился Господь. Да. Расскажите мне об этом явлении. Вы были девочкой, сколько вам было тогда? Мне было 12 лет. Церковь, в которой я была рождена, переживала 11-й год возрождения со знамениями и чудесами, поразительными служениями, 3 служения в день. Расскажите мне о знамении, которое вы видели, будучи маленькой девочкой, об этом удивительном, которое внутри вас и которое вы никогда не забудете. Я видела женщину, вышедшую к алтарю, у которой была большая опухоль на шее, просто огромная. Ее называют зоб. Она вышла к алтарю с ней, а возвращалась обратно на свое место уже без нее. Похоже, это до сих пор оказывает какое-то действие на вас. Давайте пойдем дальше. Вы замужем, ваш брак на грани распада. Вы совершаете нечто, что мне трудно понять. Я уверен, вам наверняка это трудно понять. Но такое случается, и, возможно, люди, оказавшиеся в подобной ситуации, смотрят на нас сейчас. Вот вы решаете покончить жизнь с самоубийством. Ладонна думала, это конец. Но случилось что-то намного большее. Она не совершила самоубийство. И через несколько дней Бог проговорил к ней и рассказал ей о ее же судьбе. Ладонна, это удивительное переживание. Я понимаю, это негативный опыт, но все же поделитесь с ним. Он сказал мне в тот день: «Если ты не вернешься ко мне, ты не найдешь свою судьбу. Ты должна узнавать меня через чтение слова. Ты должна узнавать меня через отношения со мной. Возвращайся». И вы знали, что это был Бог, или вы просто так думали, что это Он вас призывает? Нет. Я знала, что это был Бог, ведь у меня были проблемы. Я знала, это был Бог. Я почувствовала такой покой. Я знала Его голос. Сейчас, когда вы играете вашу музыку, что происходит? Спрашиваю из любопытства. Я, конечно, люблю скрипку, но скрипка, как будто часть вас исходит в музыке. Но что происходит внутри вас, когда вы играете на скрипке, в сам этот момент? Мой взгляд направлен к нему и только к нему. Везде, где бы я ни была, я говорю людям, что это и есть путеводитель к Его присутствию. Великая Божья женщина несколько лет назад сказала следующее: «Прославляй Его до поклонения и поклоняйся Ему, пока не придет слава,
и пребывай в славе. Вы собираетесь играть старый ирландский гимн, тот, во время которого происходят чудеса. Расскажите, пожалуйста, кратко, что случилось, когда вы играли эту песню «Будь моим видением»? Женщина вышла вперед для молитвы, и у нее была опухоль мозга. Я встретила ее через полгода. Опухоль уменьшилась и исчезла. Доктора были поражены. Безусловно, это не химиотерапия и не радиация. Приготовьтесь к чудесам и приготовьтесь почувствовать любовь Бога через экраны телевизоров прямо сейчас. Вы пройдете к музыкальной установке? И одна из вещей, о которых Ладонна рассказала мне, это то, что, когда она играет перед Богом, для нее было пророческое слово от Джона Килпатрика во время кампании возрождения «Залив Святого Духа» в Мобайле, Алабама. Пророческое слово в том, что кости будут вставать на свои места. И это происходит. И фактически это начало происходить сразу после того, как она получила то пророческое слово. «Будь моим видением». Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, Он, соединивший евреев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас. Его целью было создать в себе самом. Дабы создать одного нового человека. Одного нового человека. Это сверхъестественно. Oh,
С вами Сидрот и Ладонна Тейлор. Ладонна, вы помните, когда вы впервые начали полноценное служение? Да, конечно, будучи 12-летней девочкой, вы играли на скрипке, люди исцелялись, но когда впервые вы занялись полноценным служением? И расскажите, что тогда произошло? Я проводила служение. Я не знала, что делать, кроме как рассказать свою историю. Итак, я рассказала им историю своей жизни, и затем пригласила людей выйти к алтарю для возложения на них рук с целью исцеления, чтобы они провозгласили Иисуса своим целителем и творцом чудес. Сколько человек вышло? Порядка 50-60. Все исцелились? Все. Неплохое начало. Слава Богу. А что потом было? Также вы сказали мне, и мне нравится, как вы выразились. Вы сказали, что Бог проникает в ноты, когда вы играете. Поясните это, пожалуйста, что значит проникать в ноты? Я даже не уверена, как это пояснить. Но я знаю, что Бог проникает в звуковые волны. Знаете, музыка — это очень мощная сила на Земле. Даже науке это известно. Например, когда вы идете в магазин, музыка воздействует на вас везде. В ресторанах. Но насколько она сильнее, когда Бог проникает в ноты? И эти ноты, музыка, может буквально воздействовать напрямую на ваш дух, минуя душевные сомнения, направляться непосредственно к вашему внутреннему существу. Кстати, я имел честь познакомиться и немного пообщаться с Кэтрин Кульман. И у нее были любимые песни. Причиной, по которой они были любимыми, было то, что она знала, что они нравятся Богу. И на каждом служении были эти песни. А как вам кажется, есть ли конкретные песни, благодаря которым Бог дает особые дары, песни, которые нравятся Богу? Я в этом абсолютно уверена. И это было приобретенным опытом для меня. Я едва ли знала, как стоять перед микрофоном, когда взялась проводить служение 13 лет назад. И я просто стала замечать, что есть определенные песни, когда все, у кого больны спины, исцеляются. Другие песни, когда глухие, начинают слышать. Песню «Тебе я поклонюсь» большинство из нас знает. Что Бог делает, когда вы играете эту песню? Я видела множество случаев, когда фибромиалгия уходила в считанные секунды, просто мгновенно. Есть ли другие, подобные этой песне, которые, когда вы играете, исцеляются какие-то определенные недуги? И расскажите мне об одной из них. Песня «О, благодать» — очень прекрасная, великолепная музыка. Кости срастаются, вправляются. Связки исцеляются во время этой музыки. Весь мир ее знает. Я собираюсь попросить Ладонну прямо сейчас пройти к музыкальной установке и сыграть нам «Тебе я поклонюсь». И вот что должно произойти. Люди чувствуют, как артрит покидает их, когда она играет. Все, что вам только нужно. Не молитесь о том, что вам нужно. Молитесь о том, чтобы стать ближе к Господу. Ладонна Тейлор, «Тебе я поклонюсь». «Тебе я поклонюсь».
Это сверхъестественно. Новый человек. Единство иудеев и язычников — два народа, объединяющиеся в Иешуа. Когда евреи и христиане станут новым единым народом в Иисусе Мессии, тогда мы все вместе будем переживать Божие движение по сотворению нового мира. Если вы хотите пережить потрясающее наполнение Божьим Духом, Божьей любовью, Божьей силой, тогда заходите на наш сайт sidrot.org, чтобы узнать об этом больше. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Ладонна Тейлор, и в течение паузы мы говорили об ушах. Хотел бы я, чтобы у вас были уши, чтобы слышать, что она рассказывала мне. Но вы на самом деле молились о людях, не имеющих слуха, так? Верно. И Бог дал им слух. Расскажите, как люди реагируют. В большинстве случаев они очень сильно удивляются. Я дошла до того момента, когда я просто уверена, что Бог может сделать это. То есть они даже не верят в это, в происходящее? Верно. Одна из них, одна женщина, которая была рождена глухой, даже не понимала, почему я играю на скрипке, и вообще она пришла в церковь просто потому, что ей нечем было больше заняться. Она была глухой. Ее жизнь была невероятно ограничена. И она пришла, и она бы не вышла к алтарю, если бы другой человек жестами не убедил ее. Получи свое исцеление, выйди к алтарю. Вам выпала честь, я хочу сказать, великая честь, слышать музыку небес. На что она похожа? Ладонна, это музыка небес. Должно быть, она неземная. Я не смог бы устоять перед ней. Как я могу словами, человеческим голосом рассказать, как эта музыка звучит? Я могу сказать, что там намного, намного больше нот, чем мы привыкли слышать. Голоса звучали подобно тысяче или миллиону голосов за этой музыкой. Вы бы поняли, что слышите нечто сверхъестественное. Это удивительно. Вы видите крылья ангелов. Иисуса прямо рядом с кем-то, исцеляющих их, когда вы играете. Да. Расскажите мне, как выглядят крылья ангелов? Я ведь даже не знаю. Что я видела, это были чистые, ясные, жемчужные и невероятно прекрасные крылья, как у чудесных белых голубей. Это что я видела. Вы провозглашаете, что люди будут исцелены еще до того, как это произошло. Я тоже так делаю. Я заметил, что Бог ценит это каждый раз. И иногда я провозглашаю это, я нахожусь не в очень дружелюбной обстановке. И вот тогда, если Бог не проявляется, у меня будут большие проблемы. Иисус любит, когда мы доверяем Его Слову. Это то, что мы делаем. Если я попрошу вас сыграть на скрипке прямо здесь, прямо сейчас, что произойдет? Я хочу, чтобы вы провозгласили это, а потом сыграли. Я абсолютно точно знаю, что Он собирается сделать. Так. Там есть люди. Вы нуждаетесь в исцелении разбитого сердца, потому что что-то произошло, о чем вы уже забыли. Может, кто-то из вас и не знал этого. Он любит вас. Он любит вас. Никогда не забывайте этого. Ладонна, люди исцеляются, что очень поразительно для меня. Не только от свежих болезней, но и длительных болезней, когда вы играете на скрипке. Пожалуйста, расскажите мне об одном человеке. Я помню одно служение, где один мужчина ждал до конца собрания. В самом конце мы уже собирались уходить, и он подошел.
Присутствие Бога стало настолько сильным, когда он приблизился, он заплакал и сказал: «Я страдал от фибромиалгии в течение 23 лет. 23 года я чувствовал постоянную боль». Есть песня, которую я люблю, «Все создания нашего Бога и Царя». Расскажите мне о чем-нибудь, что произошло, когда вы играли эту песню. Эта песня для меня является наиболее близкой к звукам небес, которые я слышала. Я не могу дождаться, чтобы услышать ее. Вы пройдете к музыкальной установке прямо сейчас, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы услышали эту музыку. Все создания нашего Бога и Царя. Смотрите в следующем выпуске. Мой гость пророчествует лидерам наций. Это буквально меняет их судьбы. Смотрите, что произойдет с вами в этот момент.